Второе место на Кубке мира по стронгу. С таким результатом вернулся из Голландии мариуполец Александр Лашин. Самого сильного человека Украины опередил эстонский спортсмен. До абсолютной победы нашему силачу не хватило 4 балла. Всего в соревновании приняли участие 12 богатырей. Они тянули грузовик весом 21 тонна, поднимали над головой бочки и бревна. По словам Александра Лашина, оказаться на первой ступени пьедестала помешала случайность. Руки все-таки влажные, и чтобы какая-то прилипаемость была. И перед этой эстафетой я шел на первом месте. У меня был отрыв от Маркуса Маника, Эстонии, 2 балла. И так получилось, что на этой эстафете я выступил не очень хорошо. У меня, когда я вставал с шаром, он выскользнул.